Давным-давно, когда люди не знали ни бед, ни счастья, появились на земле смоленской нелюди, которые кровь пили и бесчинство творили. Помнишь сказки, которые я тебе в детстве рассказывала? Я их наизусть помню. Хорошо, что помнишь, потому что это не сказки. За пальчиком следим? Где? В Смоленске. Ты получил по голове, потерял сознание. Познакомься, это мой дедушка. Здравствуйте. А это мой брат, Женек. Ошиблись маленько. Да вы не пугайтесь, это детство на черный день приобрел. На них скидки были для ветеранов труда. Грех было не взять. Это кто? Бывшая жена дяди Жана. Странная она какая-то. Потому и бывшая. Утекай. Значит, говоришь, из Москвы следователя принесла нелегкая. А если дело будет громкое, то со дня на один. Хранитель объявится. Жан же мог свалиться во Францию свою или на Мальдивы какие-нибудь. Мог. А чё не свалил? Так ведь хорошо у нас. Хорошо. Ну а что он, взяточник?